11 тысяч метров, средняя скорость 840 км в час. И, насколько я знаю, ни один еще обзорщик не снимал видео про самолеты в самолете. Я вообще не понимаю, почему такая ситуация. Я с вами уже почти год, за это время сделал больше 60 видео. И, возможно, кто-то заметит, зайдя на мой аккаунт, что, в общем-то, истребитель из меня никакой. Там, на то количество боев, которые я провел, количество сбитых самолетов, ну, просто никакущее. Но зато, да, наземной техники я уничтожил много. Я люблю бомбардировщики. Это мой любимый класс в игре. После штурмовиков, вот те гибнут достаточно часто. Поэтому остаются бомбардировщики. И всего три видео я снял из 60. По ним это меньше 5%. Это я считаю вообще незаслуженно. Мало. Поэтому я решил справиться. И начну я не с какого-нибудь там показателя мега нагиба. Я начну с самого такого обычного боя. С учетом того, что сейчас они порезаны, с учетом того, что сейчас жить сложно, я покажу такой типичный день бобровода. Survive.
что вот такая вот суровая реальность. Если вы хотите, чтобы знакомые гаишники охренели, ограничение скорости на 800 км в час.